Однажды, глубокой ночью в канун Рождества, с неба упала маленькая яркая звездочка. В городе совсем ничего не изменилось, но вот в игрушечном магазине. А впрочем, давайте сами туда заглянем. «Посмотрите, посмотрите, мои руки, они начали шевелиться, и ноги, я теперь могу ими топать!» «А я могу танцевать, вы только посмотрите на меня!» «А я прыгаю, прыгаю на месте, прыгаю вперед, прыгаю назад, и я делаю это сам!» «Не может быть!» «Это невероятно!» «Нет, этому всему должно быть разумное объяснение! Мы стали живыми! Чудеса да и только!» «В Рождество всегда случаются чудеса!» «Просто так ничего не случается!» «Постойте, постойте! В момент, когда мы все ожили, с неба что-то упало, и оно было таким блестящим и ярким, и оно упало прямо перед окнами магазина!» «Точно! Я тоже видел! Давайте посмотрим, что же это?» «Ха, бумага какая-то, а большая какая! Похоже на список какой-то! Медведь, читай!» «Только очки надену! Танюшке мягкую игрушку! Максимке часы на резинке, Ритке новые нитки, Ивану автомобиль без изъяну». «Какие вы глупые, это же список подарков Санты. И судя по тому, что он к нам с неба упал, выпал из его кармана». «Дети останутся в Рождество без подарков». «Мы сейчас же отправляемся в путь и вернем список Санте». «Шагаем вместе мы, втроем, на ветер снег не страшен. Мы дружно к Санте все идем». «Йо-хо-хо-хо! Здравствуйте, зверушки!» «Здравствуйте, Санта!» «Старая моя голова, список с подарками я обронил. Вы его случайно не видели?» «Мы как раз ищем тебя, чтобы вернуть его к тебе». «Кому он попадает, все оживает». «Как жаль, мы снова теперь на полке окажемся и не сможем ходить и говорить». «Это верно». «За то, что вы спасли Рождество, забираю вас с собой к эльфам. Будете помогать им игрушки изготавливать и упаковывать».